Ребята, всем здорово. В общем, в руки попался мне вот такой советский компрессор. Вот так вот он выглядит. Манометр такой. Но единственное, друзья, смотрите. Видите, нет переходника. В общем, у меня есть вот этот насос, но чувствую, ему уже кирдык. Он, ну, не качает. Я его покупал, не помню, в каком-то магазине. Рублей 700, что ли? Ну, короче, около 1000. Может быть, может, чуть поболее. Но, в принципе, выручал, братан. Ну, манометр бздит. Так, здесь вот мы имеем, что советский манометр вот такой вот. До 6 атмосфер. Так, сейчас я произведу, наверное, небольшую замену. О, вот как внутри-то. ГОСТ, смотрите. Ну, не знаю. Это все потом можно будет почистить. Аккуратненько, я думаю. Даже вот провода. Вот все вот так вот. Это, как я понимаю, масса, а вот это плюс. Ну да. Ну, я думаю, ребята, что вы скажете на то, если я с этого откручу и перенесу сюда, то есть попробую. Не знаю, он работает, не работает, я его проверял просто на аккумуляторе. Вот здесь у меня стоял аккумулятор, не этот взорванный, а... Короче, другой, который сейчас стоит. Снимаю на телефон, поэтому разберу, я думаю. Этот процесс вам не интересен. Вот, и потом будем с вами тестировать. А пока вы пишите свои комментарии, что вы скажете. Будет вообще работать этот насос или не будет? Точно не могу сказать. Итак, друзья, все разобрал, собрал. Здесь вот получилось вот такое вот соединение у меня. Поставил тот же шланг. Так, здесь, конечно, по глупости я сначала все это дело откусил. Вот, но просто тот провод, который был, мне показал, что его просто можно удлинить. Вот этот новый, вот этот другой. Все это соединяю, ну и пропаиваю, соответственно. Так, ну, все, собрал его. Контрольный пуск. О чем думаешь, Володь? Боярский моется в шляпе или без? Довольно? Вот, ёпта. Чтобы не перекачать, я пока оставлю столько. Может, он неправильно показывает. Ребят, ну что могу сказать, рабочая техника вообще охренительная. Вещь старинная, цены немалой. В любом положении работает.